Пивной паб города Веллингтон, Новая Зеландия, предлагает своим посетителям отведать необычный напиток, в состав которого входит яблочный сок и лошадиная сперма. Стивен Драмонд, совладелец паба «Зеленый человек», в течение долгого времени искал рецепт нового напитка для 14-го общенационального пивного состязания, когда вспомнил, что буквально в двух шагах от его заведения находится конюшня, где по сдельной цене можно прикупить несколько литров отборной лошадиной спермы от титулованных жеребцов и, недолго думая, состряпал тонизирующий напиток. Чтобы завуалировать пикантный вкус лошадиной спермы, Стивен разбодяжил белую студенистую субстанцию яблочным соком. В качестве своей жертвы, точнее дегустатора, он выбрал своего лучшего друга и по совместительству шеф-повара паба «Зеленый человек» Джейсона Варли, которому пойло пришлось по вкусу. По словам Джейсона, на вкус этот напиток похож на сладкий заварной крем. Он выпил добрый десяток стопок, прежде чем почуял что-то неладное. Причина его беспокойства был отнюдь не вкус, а задыхающийся от смеха Стивен, который, от души насмеявшись, любезно сообщил другу, что тот только что выпил добрых пол-литра лошадиной спермы. На следующий день необычный напиток, в составе которого честно была указана лошадиная сперма, появился в меню паба. Посетители решили, что это шутка, и за один день опустошили все запасы приготовленного Стивеном пойла. Это поистине самый необычный и дурацкий напиток во всем мире, заказать и главное выпить который отважится только самый отчаянный сорвиголова, у которого в кармане найдутся лишние 25 американских долларов, именно столько стоит одна рюмка разведенной в яблочном соке лошадиной спермы. По словам Джейсона Варли, напиток из лошадиного семени, который посетители любовно прозвали сперма-сидром, чаще всего заказывают женщины и мужчины неопределенной ориентации. Работники паба также советуют посетителям ни в коем случае не пить сперма-сидр мелкими глотками, как обычный коктейль, а опустошать рюмку одним залпом. Несмотря на все преимущества распития лошадиной спермы, такие как увеличение потенции и уровня тестостерона, ни один из смельчаков не рискнул заказать вторую порцию напитка.